«Русские обожают прошлое», считал Чехов. Думается, не только русские, ведь в человеческой природе оглядываться на прошлое, идеализировать его и сравнивать с настоящим. Вернемся в прошлое и мы. О Егорьевске своего детства и юности вспоминает председатель Совета ветеранов отдела Министерства внутренних дел по Егорьевскому муниципальному району, полковник милиции в отставке Александр Леликов. Александр Александрович, поскольку в 2016 мы встречаемся с вами впервые, давайте начнем с темы Нового года. Как известно, праздник этот на заре советской власти не отмечали вовсе. Вернули его во второй половине 30-х. Каким помнится приготовление к празднику? Это, естественно, елка. Где ее добывали? Ну, добывали, естественно, в лесу. Сейчас это считается кражей, когда елку рубят и тащат. А тогда возможности покупать елку у людей особо не было, предположим, да. А ходили сами в лес с отцом. Я уже был мальчиком достаточно взрослым, мне было 7 лет. И вот мы с ним, топор за поясом и на Красную Горку. А там как раз росли елочки маленькие, не огромные такие, как в лесу, вот ели, а маленькие. Как раз подходили для дома, для комнаты. И вот мы по большому снегу, он впереди, как паровоз, конечно, да, а я сзади стараюсь семеню попасть к нему в следы, в его, чтобы у меня в валенке снег не засыпался, иначе он растает, мне будет плохо. И вот мы выбирали эту елку, подошли, стряхнули, рассыпался снег, обнажился это зеленое чудо. И вот, не подходит елка. Почему? Не хороша, не круглая, ветки какие-то кривые там. Идем к следующей. Не рубили, конечно, елки мы не рубили, не трогали. И вдруг вот та, что нам очень понравилась, и по возрасту, и по конфигурации, и по размеру. Все, отец рубит. Для меня это действо было очень интересное, конечно. Елку срубили, отец на плечо, топор мне в руки. И мы шли обратно по этим же следам домой. А дальше отец рубил крестовину для елки, для того, чтобы ее поставить, она бы не качалась, не падала. Вот. И устанавливали ее, эту елку в комнате, в углу. Александр Александрович, вы ведь родились в 1944-м. И удивительно, как елочные игрушки отражают историю страны. Я к тому, что елочные игрушки 40-х – это фигурки пионерских работников, так тогда называли пионеров, красноармейцев, шарики с красными звездами, само собой военная техника. А как была украшена елка вашего детства? Ну, в основном на елке моего детства размещались зверюшки. И какие-то зайчики, помню, и рыбки, и медведи, лисы и так далее. Из папье-маше в основном. Чем они были хороши? Они не бились. Вот чем хороши. А покупать шары и какие-то стеклянные фонарики мы покупали, родители покупали, конечно, вешали, украшали. Но так было жалко, когда вот этот вот красивейший фонарик лопался где-то или разбивался шар, падал, значит, это, конечно, слезы были. Но, однако, дальше на елку вешали конфеты. Конфеты старались купить в хорошей обертке. Ну, естественно, они были дорогие, мама покупала их немного, но вот она всегда сама эти конфеты развешивала на елку. И обычно продевала нитку через бумажку и вот развешал. Ну, естественно, со мной вместе. Я наблюдал весь этот процесс и помогал маме. Отец не участвовал. Нет, ну, мужчины, как правило, игрушки не вешали на елку. Ну вот, а потом конфетки-то, знаете, хочется конфетку-то съесть, потому что елки, они же висят, Приманова, елка. Тут и оно. Да, и вечером потихоньку к этой конфетке. Срезал ее и снял. Развернул конфетку, съел, а уже готов был хлебный мякиш туда положить. Положил, все, обратно. Мама пришла, все, конфетки висят, все нетронутые. Но, естественно, мандарины. Мандарины старались купить, тяжело было. Но абхазские мандарины были, продавались все-таки. Но пахли изумительно почему-то. Да и сама елка-то пахла лесом, свежестью. Кстати, Александр Александрович, историки сходятся на том, что вернуть новогодний праздник стране Советов Сталина убедил член Президиума Центрального исполнительного комитета Павел Постышев. Именно его статью с призывом положить конец несправедливому осуждению новогодней елки публикует газета «Правда» в декабре 1935 года. А затем праздник активно и успешно продвигают в массы. А каким запомнился новогодний Егорьевск вашего детства? Снежные зимы были, конечно, снег, конечно, лед, конечно, улица Советская. В снегу утопала, но к Новому году ее пытались расчистить. Устанавливали елку на Советской площади. Там обычно, да и сейчас, по-моему, мне кажется, есть такая глубокая яма. И в эту яму комель елки ставился, чтобы она не могла упасть. Довольно глубоко. Но елку тащили, собиралось полгорода, когда елку везли по Советской на площадь. Обычно ее везли с того конца города, где сейчас Бережки, я имею в виду. Выбирали ее, конечно, как и сейчас выбирают, большую, красивую. И к этому моменту готовили сани. Тогда не было таких машин больших, значит, чтобы там 10-12-метровую елку могли везти. Сани, волокуша назывались. И вот на этой волокуше укладывали эту елку. Тем более лошадки-то ее могли из леса на этой волокушке вытащить. Никакая техника в лес не проходила, это естественно. Вот. И эта елка ехала под надзором, ну, милиционера, будем, он тоже охранял как бы ее, эту елку, чтобы доставили в целости и сохранности, чтобы не поломалась она ничего. И ставили эту елку тракторами. Комель в эту вот опускали яму, и два трактора на растяжках ставили эту елку. И эту елку наряжали. Шары были большие, на заказ делали. А, знаете, как кастрюля был такой огромный, значит, этот шар, мы всегда удивлялись этому. Но вешали тоже всяких лошадок, но уже больших, естественно, да. И лампочки. Лампочки были красные, зеленые, желтые, оранжевые. И они висели от макушки донизу. И тоже вот так регулировались, чтобы вместе, все вместе горели эти лампочки. Или одна гирлянда горела, только зеленая. Было очень красиво. Но вокруг елки возводились палатки. На палатке раскрашивались изумительно, для нас, для ребятишек. Там какие-то сцены из сказки, допустим, кот, это, да, из пушкинской сказки, который по золотой цепи там ходил. Дальше рыбы какие-то, русалки, ну, очень много всяких персонажей именно детских сказок. А в них сидели женщины в тулупах, потому что холодно было, естественно, и продавали всякие вкусные вещи. Как-то? Ну, леденцы, прежде всего, леденцы. Леденцы были маленькие и большие. Водичка какая-то, и пирожки, все прочее. Люди могли покупать это. И наступал Новый год. Катание на лошадях. Были такие красивые, не кареты, а как называть, воски, наверное. Да, они раскрашены были в такие орнаменты, черный, белый, желтый, красиво очень было. И кучер сидел на облучке, в тулупе, в черном, большим воротником, на нем треух такой на голове, кнут. Но он кнутом не пользовался, кстати, только так кнут. И ребятишки, конечно, хотя и взрослые тоже катались, но ребятишки катали бесплатно. И вокруг вот сейчас площадь-то, она круглая, вот мы ездили по этому кругу. Один проедешь, дядь, еще дай проехаться. Ну, ладно, давай, пострелец, поехали дальше. На лошадях, красиво. Народу много было на Советской? Народу было очень много, потому что Новый год это был праздник действительно всего населения Егорьевска. Все высыпали на Советскую, все шли к елке, не протолкнуться. Там был, детишки бегали, ползали, я не знаю, играли во что-то, значит, вокруг этих палаток прятались. Ну а взрослые степенно ходили мимо елки, там везде это такое. Могли сесть на лавочки, лавочки были. Могли что-то купить в этих палатках тоже, особенно детям. Это было обычай, будем говорить, да. Ну, вот для меня, для ребенка это было, безусловно, это было год, счастье. Счастье было, да. Вы не раз говорили, что зимы тогда были необыкновенные. Снег идет, снег идет, снег идет, да. И все в смятении, все пускается в полет. Каким запомнился зимний Егорьевск? Снег не очень запомнился. И не просто снег, который был на крышах, во дворах, везде, а снег на Советской улице. Ну как его было? Вывозить его не вывозили практически. Очистили его таким образом, в одну сторону и в другую. Понимаете, что проехать мог там грузовик или там лошадь, поэтому. И как бы туннели образовывались. На отчетной стороне сугроб, на нечетной стороне сугроб, а в середине сугроб еще выше, такие метра по полтора. Значит, такие, да. И вот... И иногда, когда лошадь ехала, ее из-за этого сугроба середину даже не видно было в некоторых местах. Но мне запомнился участковый. Дядь Петя Воронов был. Очень интересный человек. Фронтовик, кстати, да. И вот он приходил, когда снег выпадал, заносило все, он приходил в дом на Советской улице, а дома частные были в основном, стучался и говорил, пора размяться. То есть? То есть надо было брать лопату и выходить. Кому? Если я дома был, мне 7 лет, бери лопату и... Разминайся. Разминайся, именно очищай тротуар. Вот что главное-то требовалось. И вот это... А попробую его не выполнить было. Дядь Петь такой строгий был, ага, он на тебя быстро протокол составит. А что такое протокол? 10 рублей штраф, да это с ума сойти, с какие деньги были. Поэтому беспрекословно брали руки лопаты, скребки, шли на Советскую улицу, на тротуар и чистили ее. И тротуар был чист. Вот это такой был зимний Егорьевск интересный. Но ездили по улице, по центральной, грузовики дымили, ой, ехали медленно, плохо, а для нас это было хорошо. Советская улица, асфальт, ну где асфальт, где не асфальт, покрывался льдом, само собой, довольно толстым слоем льда. И он был такой уезженный, наезженный, понимаете? Каток. Каток. И вот мы крюки такие готовили из толстой проволоки, прицеплялись к этому сзади грузовику, и он нас тащил, допустим, от площади и до ДК Конина. И мы очень довольны были, что мы не сами едем, а везет нас грузовик. С ветерком. Да. Однажды был случай очень интересный. Значит, ехали сани со стороны стадиона по улице Кузнецкой, вот, и пересекая Советскую. В этот момент ехал грузовик, трехтонка тогда звали, трехтонка, полуторатонка. И этот грузовик умудрился каким-то образом ударить в сани. В санях сидел возница, и стояли две огромных бочки с селедками. Вылетает возница уже на дорогу, вылетают эти бочки, опрокидывается, и селедка вся рассыпается, как конфетти, знаете, по всей этой вот улице, по дороге. И вдруг такой мат из этого тулупа доносится, из мазницы. Ну, классный, конечно, да, у нас даже уши завяли. Но это же ничего, ну, когда вылез шофер, мат это был вдвойне. Но не подрались, обратились к нам, ребят, ну, давайте, помогите селедку собрать. Селедка большая. А селедка была. Да что такой селедка? Конечно, сейчас нет. Конечно. Вот, толстый, ну, конечно. Спинка, во, как у этой, у форели. И вот мы эту селедку быстренько покидали, ему бочки поставили, покидали, крышкой закрыли. А лошадь-то А лошадь все стоит и жует что-то. Ну, как будто ничего не случилось. И потяпала дальше уже. Поехала по своим делам, грузовик по своим делам. А мы, конечно, стали обсуждать вот это вот выступление возницы и водителя. Александр Александрович, как вы знаете, в 2015-м с подачи председателя Совета депутатов Михаила Лаврова стартовал народный проект «За здоровьем на стадион», в рамках которого планируется реконструировать стадион Мещера. В детстве часто там бывали? Очень часто, конечно, бывали. Мы старались проникнуть всякими правдами, неправдами на стадион, потому что деньги брали. Зимой это каток. Это, безусловно, каток. Ведь заливали не только арену ледовую, вот это вот, футбольную, да, поле, но заливали еще и дорожки в парке ДК Конина. И по этим дорожкам тоже катались ребятишки, взрослые. Там были лавочки, могли всегда люди отдохнуть. Вот. Но тоже платно это было все. А мы так в дырки разные проникали, там через забор лазили, нас ловили, за уши трепали, естественно, да. Но кто же будет 5 копеек платить? Ну вы что, я же... Если они на пирожок. Я же пирожок, да. Ну кто же потом это... Нельзя. Это было, ну, без понятия, так нельзя было, ребята, вот. А так, на стадион, что делать? Кататься, играть в хоккей. Но хоккей был интересный, с мячом. Мячик был, представьте себе, мяч теннисный, и его попробуйте, этот теннисный мячик, обвить такими шнурами, плотными очень. Это и был хоккейный вот этот мячик. А клюшку мы вырезали в лесу, ходили специально, искали этот... колючий можжевельник. Можжевельник, а он гнутый бывал часто. И вот из этого можжевельника от корня вырезали клюшку, играли. И она очень долго служила, кстати. А клюшки, которые в магазине продавались, ну, мальчики, конечно, использовали. Но это не клюшки. У которых были денежки. И они что-то быстро приходили тоже в негодность. А вечером гремела музыка. Ежедневно работал каток, кроме понедельника. И народу было столько, не пробиться. Вот эта раздевалка, где коньки снимали, там, сказать, одевали снова, куртки могли снимать. Но это в основном для взрослых было. Мы почти туда не ходили, только погреться, потому что там тепло было. И вот мы на эту ледовую арену и начинаем играть. В разбойников, догонялки, в хоронялки, народу много. Люди по внешнему кольцу футбольного поля залитого едут. Не только парами, а вот так, знаете, молодежь по 6 человек сцеплялась вот так между собой. И вот этой стенкой ехали по 4. Ну, более пожилые парами, значит, ехали, да. А мы вот. Но если тебя поймали, ты уже бегаешь. Ты... Этого не хотелось, надо, чтобы тебя догоняли, а не ты. Интересно было очень, да? Александр Александрович, вы рассказывали, что жили в то время бедновато, плоховато, голодновато. Мама не работала, но работала, шила телогрейки. А вообще, как выглядел женский день того времени? Егорьевск текстильный город. Естественно, 15 тысяч на комбинате вожпролетариата работало народу, в основном женщины, ткачихи, там, пряли, отрывцы и так далее. К 6 утра или в смену после, значит, в дневную смену женщины уходили, ну, молодые женщины, в основном уходили на работу. А те, кто оставались дома, ну, постарше люди, или которые не имели специальности, допустим, или могли по каким-то мотивам идти работать, они занимались домом. Первое, что это дети. Надо было собрать в школу, надо... В детский садик-то мало ходил народу. Конечно. Очень. Дети всегда под присмотром бабушек были, вот, мам. Вот. И скотина. Скотину держали в каждом доме. Даже на улице Советской. Вот и у меня в доме держали в хлеву свинью. Вот, была корова. Вот, и ее надо было обиходить, эту скотину, надо ее накормить, там, допустим, или какие-то другие манипуляции провести с этой скотиной. А без нее жить невозможно было. Молоко нужно было, конечно. Не столь мясо, сколько молоко, молочный продукт. Ну и вот, это скотина. А дальше-то? Что-то уборка какая-то. Стирка. Стирка. А вот стирку-то я запомнил хорошо. Мама складывала белье в бельевую корзину. Ну, бельевая корзина не та корзина, которую вы видели. Она гораздо больше, глубже такая, с ручками и даже с этим, с ремнем еще. И эта обязанность доставить эту корзину лежала на ребятишках. Доставить ее на гуслянку. И вот мы с мамой берем эту корзину за ручки и идем потихоньку к зарубленному мосту. Там был специально сколочен, мостики сколочены были. Женщины выгружали это белье и начинали полоскать это белье в воде. Зимой. Зимой, зимой. Никаких перчаток, ничего не было абсолютно. Вот, и начинали полоскать белье. Но вот белье, конечно, отстирывалось хорошо, было белоснежным таким, но в основном никаких этих, сейчас вот цветы какие-то, это не приветствовалось. В основном это все было белье белое. Вот, потом выжимали мы с мамой это белье, выкручивали, кто как мог, конечно. Тяжело было, а простыню большую, например, выкрутить. Ну, а что делать, надо. Клали это белье опять в корзину и несли домой. А там уже мама вывешивала на веревку это белье. Ну, гладить постольку-постольку гладили. Какая уж тут глажка? Ну, я помню тутюк. Знаете, он сейчас в нашем музее стоит. Туда же эти угли насыпают. Угли, да-да-да, я видела. Тяжелые. Да-да-да. А чаще всего белье катали такой вот скалкой, что ли. Значит, раскатывали белье. Оно гладилось как бы. Вот это было. Но это вот так мамы, что ли, проводили, да, бабушки, так, время женщины. Ну, вот мама у меня шила телогрейки. Кстати, по поводу телогреек, которые, как вы говорили, ваша мама строчила на швейной машинке «Зингер». Насколько я понимаю, телогрейка – необходимая составляющая гардероба того времени. А вообще, как народ одевался, Александр Александрович? Вот телогрейки, легкая, теплая. И можно везде ее повесить было, как бы положить куда-то, да. Вот зимой люди, которые зажиточные или имели как-то возможность, они обычно доставали себе полушубки, армейские, белый такой, с белым воротником. Брат привез отцу, я помню, щеголял, это значит, белый воротник, цигейки большой. Да. А в основном, конечно, вот бегали, мы все бегали абсолютно в этих самых телогрейках, бурках еще, валенки, безусловно. Ну что, какая оттепель? Да не было никаких оттепелей обычно. Валенки, даже без галош валенки. И на них хорошо было прикручивать коньки. На эти валенки, да. Удобно. Они же довольно жесткие были. Вот, одевались, но зимой шапки. Треух, как правило, знаете, опускали эти уши на шапке, потому что холодно было. До 40 градусов доходил мороз. Мы даже в школу не ходили много раз. Вот, шапки, конечно, шарфы носили. Детишкам обязательно, мать, обязательно рукавички. А знаете, как рукавички интересно было? Продевалась резинка в рукав, и ты, и туда за спину, во вторую рукав. Все. И они никуда у тебя висели, никуда не денутся. Да? Но мы такие рукавички приносили с улицы. Можно было и штаны, и рукавички ставить в угол, они не падали. Настолько они промерзали. Весь ты перезябнешь, руки не согнешь. И домой тихонько, нехотя придешь. А народ побогаче как одевался? Чиновники в основном, конечно. Это была мода, драповое пальто. Ковыркотовые как-то так назывались, знаете, бобриковые какой-то, да, такие вот уже вышли, по-моему, из моды все эти ткани, черные или темно-синие. Обычно пришивался воротник, большой воротник из каракуля. Каракуль ценился не просто черный, черный тоже хорошо, но серый такой бывает, завиток особенно, красивый. И на голове обязательно пирожок из того же меха, с каракули, тоже вот с таким хорошим завитком. Но он пирожки были разные, просто как пилотка, а бывает с такими с отворотами, понимаешь, как Брежнев любил. Вот. Это вот мужчина. И мода была очень большая на бурки. Что такое бурки? Это фетр, белый фетр, выделанный специально. Он окантовывался кожей коричневой, красивой такой, да. Подошва чисто кожаной была, и она такая была рисунчатая, знаете. Но чаще всего эти вот люди носили вот эти бурки с галошами. Галоши были красивые, блестели, смотреться можно. И подкладка. Подкладка ценилась красная. Мы носили галоши с серой подкладкой, они были дешевые. А с красной подкладкой чиновники носили, вы дорогие. И однажды у прокурора галоши украли. Зимой. Пришел мужичок, а поспорил со своими ребятами, ну он судимый был. Это действительно случай был. Украду у прокурора галоши. Ну, прокурора галоши, как так? Украду. Этот гражданин пришел якобы на прием к прокурору, снял свои галоши, оставил их. Вот. Прошел к прокурору в кабинет, о чем-то с ним там поговорил. Его, конечно, выгнали, безусловно. Он вышел, надел прокурорские галоши и ушел. После этого ребят гуляли 2 дня. Но это вообще разошлась байка по городу. Само собой. Это было очень интересно. Александр Александрович, к тому, что основная масса народу жила плоховато, голодновато, и с определенного времени, как вы рассказывали, в ночь на 1 апреля взрослые садились около радио и слушали информацию о снижении цен. Предвижу ответ, но все равно спрошу, а чьими голосами говорило радио вашего детства? Давайте вот вспомним Ханова, Александра, артиста такого. Он для нас, для детей, запомнился чем? Он сказки рассказывал по радио. И озвучивал мультфильмы. И да, озвучил мультфильмы. И поэтому мы его хорошо запомнили. И сразу узнавали по радио его голос. Ильинский, Игорь Ильинский. Ну, это вообще классик. Артист, рассказчик и все. Этого мы вот точно всегда помнили, знали. Ирак Леандроников. Вот. Это рассказы и тоже в лицах, конечно. Ну, естественно, Левитан. Ну, Левитан это все объявлял. Ну, кто-то, значит, из моих родных постарше слышали его информбюро, когда он рассказывал о событиях на фронте. А я-то слышал, когда он рассказывал о том, что цены снижаются. А помните тот день, когда прозвучала информация о смерти Сталина? Да, помню. Как сейчас вот вижу. Меня застало это известие на улице Советской. Вдруг включились сирены. А тогда сирен в Егорьевске очень было много, потому что сирены, гудки вот эти, стояли на фабриках, заводах, везде. Гражданская была оборона. Вот. И вдруг это все сразу включилось. Не просто один гудок какой-то, а масса, десятки этих гудков включились. Ревело все. А уже мы знали, что он плохо себя чувствует. Сталин передавали сводки о его здоровье постоянно. И вот мы поняли, что он умер. И вот мы стояли, все замерло. Машины, люди, дети, ну все, все абсолютно. Там замерло, где их застал вот эта сирена. Я, например, стоял, вот Кузнецкая аптека, знаете? Да. Вот я как встал, и ребята встали, все. Мы никуда не шелохнулись до тех пор, а ревели, наверное, гудки долго. Ну, что-то минут 5, наверное, ревели точно. И потом все сразу, раз, и смолкло. И тут слезы ужасные, да. Народ задвигался, начали собираться в кучки, обсуждать и плакать. Александр Александрович, мы вот сегодня с вами говорили про праздник Нового года. Так вот, однажды на елочных игрушках появился образ вождя. Было это в 1937-м, когда была выпущена партия красных стеклянных шаров, ограниченная, как теперь говорят, лимитированная с изображением Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. А знаете, Александр Александрович, какая связь между Марксом и классиком французской литературы Марселем Прустом, которого мы не раз с вами цитировали? Не знаю, но просто читал. Так вот, каждый из них в свое время ответил на вопросы альбома для записей мыслей. Эта анкета была очень популярна в Европе в конце XIX века. И Пруст отвечал на вопросы анкеты в течение жизни неоднократно. И по прошествии времени именно его ответы были признаны самыми оригинальными. И теперь мы знаем эту анкету как анкету Пруста. В ней достаточно много вопросов. Ответьте на некоторые. Ну, безусловно. Ваши любимые писатели? Ну, я люблю Чехова, Зощенко, Хемингуэя из иностранных, безусловно. Дюма люблю. Ну, еще читать, если детективы, надо сказать, что есть такой Николай Леонов. Это на сегодняшний день. Очень хорошо пишет, и пишет о моих коллегах, и пишет так, как будто вот, ну, я участвую в этом. Это очень меня привлекает. Ваш любимый поэт? Ну, безусловно, Пушкин. Чучева люблю, да, про грозу и так далее. Да. Способность, которой вам бы хотелось обладать? Ой, невидимым хочу. Ой, хотелось невидимо посмотреть эту изнаночную жизнь нашу. Интересно было бы. Ваши любимые занятия? Читать люблю. Вот, читать люблю. До сих пор в библиотеку хожу. Беру массу книг. И успеваю где-то еще почитать эти книги. Они даже удивляются, библиотекари. Как вы успеваете? Я говорю, что прочитали все, я обязательно. Качество, которое вы более всего цените в мужчине? Ум, организованность. Это, если есть то и другое, это человек очень ценен для общества. Качество, которое вы цените более всего в женщине? Верность, конечно, женственность, безусловно. Но женщины и должны быть женственными, правда? Конечно. А некоторые я иногда вижу вот такие, знаете, какие-то бизнес-вумен, продвинутые, грубые какие-то. Мне такие не нравятся. Ваша самая характерная черта, Александр Александрович? Да вообще-то я общительный человек. Наверное, я считаю, что это в основном такая черта моей характера. Мне импонируют и людям. Ваш самый главный недостаток? Осторожность при поступках. Вы понимаете, осторожность, ну, в чем она может выразиться? Я же ведь сотрудник органов, 20 лет в уголовном розыске. Я все-таки привык к осторожности в свое время. Она как-то вот мне и привелась, эта осторожность. Если не собой, то кем бы вы хотели быть? Я думаю, что я прожил хорошую жизнь. Насыщенную. С супругой прожил 48 лет в ладах. Вот 49-й год пошел уже, как мы с ней живем. Вот. Поэтому я все-таки хотел бы остаться самим собой, помогать людям. Именно вот тем, кто нуждается в помощи. Детям, старикам. Сейчас я на это способен. Как раз именно в этом возрасте я способен на это. А какова ваша мечта о счастье? Самая большая мечта моя – это о семейном счастье. Именно о семейном. Я нужен своей семье. Они мне все нужны. Я вижу их и радуюсь постоянно. А когда родилась у меня правнучка, ей уже годик, и она пошла, и 6 зубов, и когда она сказала там «мама, баба», ну, это было нечто, конечно. Пусть растут на нашу радость.